них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера, наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.